От этой трагедии шокирована вся Россия. Подпишись на наш канал и нажми на колокольчик, уважаемый наш друг. Ведь все, что мы делаем только для тебя. Сегодня рано утром продюсеру Иосифу Пригожину потребовалась срочная помощь медиков. Супруг певицы Валерии травмировался, когда занимался установкой межкомнатной двери. Знаменитости придавила ногу. В институте Склифосовского Пригожину диагностировали страшную скальпинированную рану и закрытый перелом пальца. Теперь знаменитость будет наблюдаться амбулаторно. Журналистам удалось связаться с продюсером. Пригожин на звонок удивил, ведь сам он никому не говорил об этой травме. Информацию о придавленной ноге знаменитость подтвердила. Сломал палец, да, закрытый перелом пальца. Нормально себя чувствую, все нормально. Спасибо большое за беспокойство. Неприятно, но что делать? Такое бывает в жизни. Давайте, друзья, поддержим Иосифа Пригожина, будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Следите за нашими новостями и до скорых встреч, друзья, на нашем YouTube-канале.